сдвинулась с мертвой точки. 10 января мы рассказывали об истории, которая произошла еще в сентябре 2012 года. Тогда в результате пожара загорелись два гаража, в которых находились автомобили. Пострадавшие утверждали, в тот день возле гаражей группа людей устроила пикник и жарила шашлыки. Машину из одного гаража удалось вывести, но она оплавилась и получила серьезные повреждения. От другого автомобиля остался лишь остов. Пострадавшие практически сразу написали заявление в полицию и МЧС. Однако на момент съемки, спустя год и три месяца, им не была известна даже причина пожара. Как рассказали нам люди, все это время дело передавалось из МЧС в полицию и обратно. И вот сегодня, после того, как мы направили запрос в МЧС, нам пришел официальный ответ. Специалистами ведомства установлено, что причиной пожара стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества. Сейчас материалы находятся в прокуратуре промышленного района для определения подследственности.